Это программа «7 дней в регионе». С вами Алексей Шемякин. Доброе утро. Как всегда, по воскресеньям в прямом эфире мы подводим итоги уходящей недели. Она была короткой, виной тому праздник «День народного единства», с коим я вас и поздравляю, но от этого не менее насыщенной, и на события, о которых расскажем сегодня в нашей программе. Мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 63-97-17. Звоните, рассказывайте, что для вас значимого произошло за 6 дней. Может, вы кого-то хотите поздравить или о ком-то рассказать. Мы рады будем услышать вас. Итак, 63-97-17, мы на связи. А пока давайте расскажем о том, что мы обсудим сегодня. Этого человека всегда узнаешь в будничной толпе. В студии программы «7 дней в регионе» уже через несколько секунд сам Анатолий Вассерман. Что нам стоит Арктику освоить? Есть ли у Архангельской области такие неоспоримые преимущества, чтобы активно участвовать в покорении арктического шельфа? Так нужна ли региону Арктика и способен ли город принять надвигающийся как айсберг форум по освоению заледеневшей пустыни? Порассуждаем вместе. Гордость Архангельска, набережной Северной Двины. Для кого она сейчас является действующей и что из себя сегодня представляют эти 6 километров? Так каким должно быть излюбленное место горожан и гостей столицы Поморья, обсудим вместе с экспертами. В студии программы ожидаем председателя правления региональной организации Союза архитекторов России Игоря Скрипкина. Также попробуем разобраться, почему в столице Поморья за ночь искусств берут деньги. В студии заместитель регионального министра культуры Алексей Павлов. А также расскажем, насколько нынче тяжела для кошелька рядового архангелогородца необходимая для всех нас потребительская корзина. Сравнимся с другими регионами. Но обо всем по порядку, и так его ни с кем не перепутаешь. У него давно сложившийся образ человека, который знает все, которого ни один вопрос не поставит в тупик. Человек, который знает, как на собственном образе зарабатывать деньги. Закончу все предисловия. У нас в студии сам Анатолий Вассерман. Анатолий Александрович, доброе утро. Здравствуйте. У вас масса регалий, масса просто. Вот и всех их перечислять не хватит, наверное, эфира. Вот сами для себя вы прежде всего кто? Публицист. То есть человек, которому платят за публичное высказывание своих мыслей по разным свежим поводам. Кстати, сразу же подвернувшийся повод на один из вопросов анонса программы, сразу отвечу, что, несомненно, для Архангельска участие в освоении Арктики жизненно необходимо. И все рассказы о том, что, мол, Арктикой занимаются другие, а наше дело осваивать близлежащее пространство, это бессмысленно, потому что, как говорится, подальше положишь, поближе возьмешь. И работы в дальних и сложных регионах, конечно, сложны, но в конечном счете пользы приносят намного больше. Анатолий Александрович, насколько тяжела ноша человека, не похожего ни на кого? Не знаю. Я к этому привык так давно, что своя ноша не тянет. Вот вы сегодня без вашей знаменитой жилетки, да? Но вот перед вами у вас на груди вот это что, планшет? Книжка? Это планшет и телефон. Все в одном флаконе. Все в одном месте, да? Вот наш телезритель сейчас не видит, но у вас вот брюки с множеством карманов, набитых чем-то. Что у вас, если не секрет? Ну, в данный момент в карманах разложены в основном зарядники для разных гаджетов и складные сумки. Дело в том, что сюда я добирался не поездом, а самолетом, поэтому пришлось оставить дома множество инструментов, которые я обычно ношу с собой. Что касается этих брюк и жилета, дело в том, что я веду кочевой образ жизни. В том смысле, что уезжаю, хотя и не часто, но очень надолго, даже дома в Москве, если уж высовываюсь из дому, то на целый день. Поэтому обычно таскаю при себе много такого, что может понадобиться совершенно неожиданно и очень срочно. То есть все свое ношу с собой. Вот у вас очень много мнений в интернете, и вообще, что называется, в жизни, да, не только в сети. Вас многие не воспринимают. Это часть имиджа сложившегося или нет? Вы знаете, наверное,
со стороны это выглядит имиджем, ну а изнутри это просто образ жизни. Просто я действую и думаю так, как сам считаю нужным. Чаще всего оказывается, что считаю правильно, хотя, конечно, далеко не всегда. И это не работа на окружающих, это именно мое собственное поведение, мои собственные размышления. То есть я думаю и действую так, как для меня самого, естественно, не оглядываясь ни на кого другого. Но ваш сложившийся образ – это не способ зарабатывания денег? Нет. Деньги я зарабатываю в основном на том, что очень многим нужно мнение, независимое от мнения других. То есть свое, стороннее. Да, и именно на том, что я думаю, не оглядываясь на других, я действительно неплохо зарабатываю. Более того, с началом экономического кризиса мои заработки резко возросли, потому что людей, нуждающихся в независимом и непредвзятом мнении, стало намного больше. А есть люди вообще умнее вас? Есть, конечно. Ну, не говоря уже ни о чем прочем. Сюда я приехал для участия в очередном фестивале интеллектуальных игр «Кубок Ломоносова». Тут повезло, я приехал в составе очень сильной сборной команды, и мы выиграли и «Что, где, когда», и «Эрудит квартет» — это командная версия своей игры. Но я же говорю, именно повезло. Я участвую ежегодно в нескольких десятках турниров, и индивидуальных, и командных, и далеко не всегда выигрываю. Скажем, команда, где я сейчас играю, Немчиновка, она много лет находится во второй десятке всемирного рейтинга. Но это, конечно, тоже хорошо, потому что в этом рейтинге учитывается около 8 тысяч команд, постоянно участвующих в соревнованиях по «Что, где, когда». Но все равно это второй десяток, а не первый, не говоря уже о первом месте. Так что, рассказывая об интеллектуальных играх, я часто цитирую старый анекдот. Над входом в павильон прилета аэропорта Бен-Гурион висит плакат. Имей в виду, тут все такие умные. Понятно. А вам не скучно было в Архангельске вот на этих турнирах? Конечно, нет. Было очень интересно, хотя бы потому, что были хорошие вопросы. Кстати, очень хорошо отредактированные, что в нашем спорте очень важно и бывает, к сожалению, далеко не всегда. В итоге, ну вот в турнире «По что, где, когда» наша команда ответила на 56 вопросов из 75, это, конечно, очень хороший результат, но, опять же, не на все. Так что было очень интересно. Нет, результат был как раз лучший. Мы заняли первое место, но все равно видно, что ответили далеко не на все, так что было действительно очень интересно. Еще что-то удалось посмотреть в нашем городе? К сожалению, почти ничего. Организаторы турнира меня встречали в аэропорту и по моей просьбе проехали мимо нескольких интересных мест, вроде, скажем, морского вокзала или университета. Но понятно, что за несколько минут поездки многого не увидишь. Но, к сожалению, времени на то, чтобы просто погулять по городу, нету. Да. Нету. Вот вы в одном интервью сказали, что, в принципе, готовы жить вечно. А не страшно жить вечно? Ну, не страшно. Потому что даже из самых общих соображений, например, из теорем о неполноте,
который Курт Фридрих Рудольфович Гёдель доказал в 1930 году. Ясно, что чем дольше живешь, тем больше будешь узнавать не просто нового, а такого нового, что вынудит тебя то и дело пересматривать свои взгляды, радикально с нуля перестраивать свои теории. Поэтому интересной умственной работы хватит на любую жизнь, какой бы долгой она ни была. То есть каждая грань открывается по-новому? Именно так. Анатолий Александрович, на какой бы вы вопрос никогда не стали отвечать? Не знаю. Я думаю, что таких вопросов довольно много, но специально я их себе не сочинял. Надеюсь, что узнаю, если с ним встречусь. А есть ли такой вопрос, который бы вы хотели, чтобы вам задали, но пока он не прозвучал в ваш адрес? Опять же, не задумывался над этим. Я отвечаю на вопросы, потому что это для меня интересно, но сам для себя я сочиняю вопросы только по мере того, как сталкиваюсь с новыми обстоятельствами. Я знаю, что у вас сегодня также очень плотный график, и вы вечером улетаете. Вот дайте нам, архангелогородцам, совет, как стать умней? Ну, так это давно известно. Чем больше думаешь, чем больше ищешь для себя интересных задач, тем умнее становишься. В частности, как показывает опыт интеллектуальных игр, чем дольше в них играешь, тем сильнее. Так что думайте, ищите себе новые задачи, и по мере их решения неизбежно будете умнеть. Приезжайте к нам еще. Постараюсь. Анатолий Вассерман был сегодня гостем программы «7 дней в регионе». Большое вам спасибо. Ну, а теперь мы переходим к нашим местным проблемам, темам. Они не менее интересны, чем наш гость Анатолий Вассерман, только грань этого интереса немного иная. В Архангельске на Всенародный суд, то есть нас с вами, громко сказано, правда, вынесена новая архитектурная концепция благоустройства и оформления набережной Северной Двины. Вообще у нас любят выносить все на суд горожан. Правда, не припомню, что из наших с вами идей власти воплотили в жизнь. Если ошибаюсь, то поправьте меня. По-моему, все эти призывы к всенародному обсуждению чего-либо – лишь прикрытие для того, а вдруг что-то не получится, и тогда будет прекрасная возможность свалить на кого-то. Дескать, вы же сами это предлагали. А кто и что именно, уже не важно будет. Процесс-то состоится. Хочется быть в струе, модным, так сказать, еще подходящее словечко, в тренде. Мы же все вместе все теперь обсуждаем. Но почему-то никто у нас, архангелогородцев, не спрашивает, где какой торговый центр построить, какую землю в центре города под коттеджи отдать, какие улицы заасфальтировать, в конце концов. Я бы лично назвал улицу Почтовый тракт, что на Фактории, которая уже 42 года не видела дорожной техники, и проезжая по которой даже самый вежливый таксист находит, что сказать, покрепче так, знаете. Зачем об этом спрашивать? Не нужно вовсе. Власти виднее, что и как. Простите за лирическое отступление, давайте вернемся к нашей красавице набережной. Действительно, надо что-то с гордостью Архангельска делать. На мой взгляд, это единственное в городе место, где летом можно погулять, подышать воздухом, посидеть на скамейке. Зимой-то там делать нечего, она завалена снегом. Новость о том, что место отдыха претерпит изменения, вызвала у горожан живой интерес. Уже сейчас в блогсфере и соцсетях шумит обсуждение предложенного проекта. Какой будет главная улица Архангельска? Смогут ли привести в порядок парадный фасад поморской столицы? Мнение «за» и «против» выслушала моя коллега Елена Матвеева. Сейчас мы посмотрим ее репортаж. А вы, дорогие наши телезрители, пока подумайте, что должно появиться на набережной, как она должна измениться, и звоните нам 63 97 17. Я жду ваших звонков после репортажа. Концепцию архитектурного преобразования набережной архангельский блогер Антон Ершов называет утопией. Но кому нужно, скажем, колесо обозрения на пляже или хрустальный 25-метровый крест? А что такое музей богоборчества, вообще мало кто понимает. Гораздо полезнее, считает наш собеседник, чтобы наконец-то появились нормальные велодорожки, к примеру, как в Сочи. И вообще, прежде всего, лучше там, где чисто и удобно.
набережной нужно больше скамеек красивых, потом не как у нас любят в последнее время ставить скамейки спонсорские. Что-то современное, чтобы притягивало взор. В идеале убрать автомобильное движение в целом с набережной, как это делают везде. Вот, потому что автомобиль не место на набережной, и набережная — это лицо города, которое как шрамами машинами исполосовано. Неудобно и неинтересно гулять по набережной и директору Северного морского музея Евгению Тенетову. В новой концепции ее обустройства он не видит самого главного – жизни. А ведь как хорош был бы на фоне реки морской колорит портового города. С того момента, когда из набережной ушли пароходы, когда убрали с Красной пристани функции портовой пристани, она потеряла свой истинный статус, свой истинный функционал. Собственно говоря, на причалах должны стоять корабли, должны слышаться крики матросов, гудки пароходные, да. Вот в этом, на самом деле, жизнь, истинная жизнь набережной. К слову, вместо шхуны «Запад» на Красной пристани пришвартовался странный арт-объект из пластиковых бутылок. Шумиха в прессе, мол, сооружают в Архангельске самого большого слона из вторсырья. Попадем в книгу рекордов Гиннесса. Как-то вдруг поутихло. Оказалось, затея — банальный пиар очередного то ли кафе, то ли торгового центра. Бутылок, кстати, так и не дособирали, хотя по городу их целые залежи. Вот и украшает, в кавычках, конечно, теперь набережную недоделанный слон. А пока украшает, горожане присылают на сайт городской администрации свои идеи о том, как должно выглядеть одно из излюбленных мест отдыха жителей поморской столицы. Предлагаю включить в план реконструкции набережной воссоздание церкви Архангела Михаила, построенной в 1749 году и снесенной в 1930. Это был не просто храм, это был памятник в самом центре мыса Пурнаволок, на месте основанного новгородцами в 14 веке Михаила Архангельского монастыря. Предтечи Архангельска. На набережной необходимо сделать большую детскую площадку-городок. Ее детям с семьями очень не хватает. Прогуливаясь, ребятам и зарулить некуда. Мне набережная стала нравиться все больше. Мое пожелание — больше освещать в темное время суток, больше посадить деревьев и запретить въезд машин на набережную с улицы Воскресенской. Мемориально-историческая зона, спортивно-развлекательная и зона приречного отдыха. Свое мнение о новой концепции развития набережной уже высказывают эксперты. Дмитрий Искорский, например, нашел в концепции много интересных идей. Впрочем, и им нужна серьезная доработка. Например, мне очень нравится решение в районе Соломбальского моста сохранить естественный уклон, берега, и сделать там разные деревянные спуски, значит, и места для отдыха горожан, так сказать, в естественном рельефе. По-моему, это замечательная идея. И здесь, на этом высоком берегу, это, по-моему, получится хорошо. Нужно уделить особое внимание ландшафту, благоустройству, посадке новых деревьев. Сегодня, конечно, в этом плане набережная деградирует. Старые деревья лиственных пород, они давно уже ушли в прошлое. В своем нынешнем виде набережная Северной Двины была построена 45 лет назад. В 71 году строители возвели прогулочную полукилометровую террасу от улицы Карла Маркса до Свободы. За это время сменились поколения чиновников и горожан. А вот единого мнения о том, какой же должна быть главная улица города, не появилось. Набережная, как часть городской структуры, да, должна иметь цельный вид, на мой взгляд. А изначально она и была спроектирована таким образом. Были в единой стилистике разработаны и малые архитектурные формы, такие как газоны, парапеты и прочее, да. Вот. И со временем были различные преобразования и метаморфозы, которые претерпевала наша набережная, да, которые эту цельность какой-то момент нарушали. Поиск назначения набережной затянулся на долгие десятилетия. Найти цельность смысловую и стилистическую власти наконец решили вместе с горожанами. На сайте администрации Архангельска их призывают оставлять свои предложения по благоустройству набережной. Это нужно сделать до 31 марта следующего года. Ведь высказаться может каждый. Любому жителю есть что сказать. Главное, чтобы мнение учли, а не оставили красивыми цифрами в отчетах, как это было уже не раз. Елена Матвеева, Денис Линчевский, Ольга Красулина. Специально для программы «7 дней в регионе». Председатель правления региональной организации Союза архитекторов России Игорь Скрипкин у нас сегодня в студии. Игорь Борисович, доброе утро. Доброе утро. Я напомню нашим телезрителям, вы также можете присоединиться к обсуждению о виде нашей красавицы набережной. 63-97-17 – это телефон нашего прямого эфира. Игорь Борисович, насколько важно мнение горожан
вот в вопросе благоустройства набережной, на ваш взгляд? Понимаете, что? Что значит мнение? Мнение, предложение. Мнение или те или иные суждения сиюминутные – это одно. А, так сказать, жизнь города и те традиции, которые сами горожане уже воплотили на протяжении ряда лет, освоили, так сказать, вот те пространства набережной, которые мы сейчас видим, это несколько, я так думаю, глубже и важнее. Потому что, ну, мнения, конечно, должны быть услышаны, и так или иначе на них даны определенные ответы. Может быть, те или иные начинания введены также те или иные поправки с учетом этих мнений. Но я хочу другое сказать, что на протяжении долгих лет вот именно горожане уже определенным образом освоили эти пространства набережной. И вот, допустим, в том проекте, в концепции регенерации вот этого пространства набережной, я как раз следовал этим традициям и старался только их не ломать, не переделывать что-то, а усилить, обозначить, конкретизировать и улучшить с точки зрения, так сказать, комфортности тех или иных зон набережной. Игорь Борисович, мы поговорим сейчас еще. Разделены на несколько частей, и в каждой своя функция, уже сложившаяся именно людьми, предопределенные. Вот у нас есть телефонный звонок от наших горожан. Давайте послушаем. Доброе утро, вы в прямом эфире. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, первое, что у меня предложение, это сделать сквозной проход по набережной. Сейчас от Морского музея, значит, до самое, ну, будем говорить, до Поморской, там не пройти, загорожено там, понимаете. Вот сделать сквозной проход, значит, и можно будет, как говорится, гулять от моста до моста по набережной, вот так вот. Вот такое мое мнение. И второе, это то, что вот эту, кто дал добро на установку этой стройки «Аквилон Инвест», это появилась стена, высокая стена, которая закрывает Двину от города, нашу красавицу Двину. Вот тут меня что, ну, конечно, это не, сейчас не исправит ничего, но кто-то вот так тут здорово, на мой взгляд, промахнулся. Огромное спасибо, что смотрите, что звоните. Будьте любезны, только когда вы звоните к нам в эфир, представляйте, чтобы мы могли общаться. Игорь Борисович, вы можете как-то прокомментировать вот этот звонок? Да здесь уже кто только не комментировал. От самых резких, начиная выражений, и таких достаточно дипломатичных. Безусловно, и я в том числе считаю, что это колоссальная градостроительная ошибка размещения комплекса «Омега-хаус» на набережной. И потом дальнейшая застройка, которая и дальше происходит сейчас на этом участке набережной. Безусловно, много лет назад архитекторы и власти города проводили определенную работу по расчистке этой части набережной от площади Профсоюзов до Поморской как раз. Было снесено много ветхих строений, вспомним хотя бы тот деревянное здание Архморпорта, промышленные постройки, лачуги всякие. Именно с тем, чтобы сделать здесь прогулочную эспланаду и включить пространство реки в пространство города. Но то, что вот сейчас появляется, это же, во-первых, это красиво, а во-вторых, намного интереснее ведь смотрится, нежели эти лачуги и здания Росморпорта. Да, конечно. Если бы это было где-то в другом месте, может быть, и можно было обсуждать это с других позиций. Но здесь вы поймите, что планировалось, и в старом генплане города было отведено, что это прогулочная широкая зона для пешеходов, а не для застройки. Она не предусматривала никакой застройки. Тем более, если учесть то, что центр города так беден у нас на зеленые зоны, у нас нет центрального солидного парка, как в ряде крупных городов страны. И поэтому здесь это было очень актуально. А теперь просто, так сказать, прихватили это уже открытое и расчищенное место и застроили. Ну, что ж мы
можем отношение у большинства, во всяком случае, архитекторов и градостроителей Архангельска крайне отрицательное. Ну, еще раз подчеркиваю, не к самим зданиям, хотя и к зданиям можно предъявить претензии. Ну хорошо, сделали точечные какие-то здания, поставили, вот омега-хаус. Но зачем еще кроме них построить стену вдоль проезжей части набережной, тем самым отгородить пространство реки от города, превратив набережную в некий коридор. Нет, застройщики наоборот говорят, что можно будет пройти вот с той стороны, со стороны реки. Ну, пройти чисто физически — это одно. А визуальная связь пространств, больших масштабных пространств — это совершенно другое. Это другое ощущение, психологическое восприятие среды, совершенно другое. Игорь Борисович, насколько я знаю, вот эта концепция, о которой мы говорили до звонка нашего телезрителя, уже утверждена, уже какие-то появились задания проектировщикам и так далее. Что тормозит процесс? Вы имеете в виду, какой участок набережной? Ну, вот омега-хаус и дальше вы продолжаете этот разговор? Да, в целом по набережной, ваша концепция. Нет, в целом по набережной моя задача как проектировщику была поставлена мэрией. Это другой участок от Красной пристани до улицы Гагарина. И вот здесь никаких новых строений, сооружений, я надеюсь, никому в голову не придет. И речь идет здесь, в этой концепции, о регенерации этих пространств. Ну, что такое регенерация? Это улучшение, осмысление, значит, насыщение теми или иными предметами благоустройства и, соответственно, функции каждой зоны, которая нужна в каждой зоне этой набережной. Но процесс идет? Еще раз говорю, от Красной пристани до Гагарина. Да. Процесс идет. Был градостроительный совет, который одобрил эту концепцию и предложил принять ее за основу для дальнейшей работы. Но мы должны понимать, что концепция – это, как сейчас принято говорить, некая дорожная карта. Она для того и делает, чтобы мы, выйдя из пункта А, пришли в пункт Б, и у нас получился целостный, так сказать, гармоничный маршрут. Чтобы не получилось, взяли сегодня этот кусочек, сделали здесь а-ля Китай, а там сделали а-ля Греция, а там а-ля Венеция и так далее. И так далее. И в результате ничего единого, целостного не произойдет. Вот в таких случаях разрабатывается концепция, которая определяет принципиально те или иные вопросы, которые дальше, будут по мере силы возможностей, это уже зависит в том числе и от ресурсных и экономических возможностей города, будут детализироваться, будут насыщаться, может быть, что-то будет добавляться, меняться, обсуждаться, да, вноситься вот как раз то, что зрители могут предложить, какие-то отдельные моменты, они вполне там могут найти свое отражение в дальнейшей проработке. Игорь Борисович, на ваш взгляд, когда мы сможем уже какие-то изменения увидеть на нашей набережной? Ну, мы уже их видим, к счастью. Вот вы же видите, как вот этот вот холм в районе обелиска жертвам интервенции, он изменил свою конфигурацию. Это один из, кстати, принципиальных моментов вот в этой концепции, о которой мы говорим, которую я делал. Ведь Архангельск, он очень беден на рельеф. Мы все вот как на плоском столе, у нас территория. И одно из таких редких мест – это как раз вот этот вот холм. Это историческая сердцевина города. Здесь располагался в свое время монастырь Михаил Архангельский и так далее, и так далее. То есть сначала положено, идем дальше. И он зарос. Вы видите, вы помните, что там было. Да, он зарос, это была просто такая мочалка, в которую даже, извините, бомжи боялись заходить. Нет, значит, то, что сейчас его облагородили, сейчас мы расчистили, хорошо. Да. Сейчас вы видите сразу, как воздух Двины, пространство Двины соединилось с пространством города. Что будет следующим? Дальше пойдем. Значит, у нас, как вот уже я вижу, там иллюстрировали эту затею предыдущие выступающие в сюжете. Там несколько зон, значит. Мемориально-историческая зона, да, она тоже будет насыщаться, я считаю, определенными элементами, которые будут
языком, допустим, монументального искусства, архитектуры, говорить об истории города. Угу. Я, допустим, вижу вообще эту часть набережной как своего рода выход музейных экспозиций Музея Северного мореплавания наружу, сюда. Угу. Значит, у нас такая богатейшая морская история. И так, по сути дела, мало вещественных ее значений в пространстве города, что здесь можно много-много чего говорить и рассказывать и о том, и показывать, что бы могло быть гордостью города. Игорь Борисович, мы в прямом эфире. Я благодарю. Время неумолимо просто летит. Я благодарю вас, что вы нашли время и пришли сегодня к нам. Председатель правления региональной организации Союза архитекторов России Игорь Скрипкин был у нас сегодня в гостях. Мы еще с вами не раз, я думаю, встретимся. А пока идем дальше. Теперь немного о насущном. Архангельская область догнала и перегнала город-герой, столицу России, Москву. Тут впору воскликнуть, ну, наконец-то, хоть где-то мы первые, а нет, речь идет о стоимости продовольственной корзины. Вот все это, что входит в стоимость в эту самую корзину. Здесь указан запас самого необходимого на целый год. При ее составлении учитывается все, от калорий до необходимых организму веществ. Правда, вкусно. Но это лирика. Теперь к сути. Так вот, Министерство экономического развития опубликовало данные, согласно которым наш регион закрепился в тройке лидеров по цене продуктовой корзины. Минимальный провиант стоит почти 4500, тогда как в Первопрестольной не намного, но все же меньше. Выше нас по всей России прыгнул только Чукотский автономный округ, но тут уж совсем запредельно, более 9000. Так что по всему северо-западному региону мы первые, обогнали даже Санкт-Петербург и Мурманск, а по уровню жизни. И сейчас коротко о том, что еще произошло в регионе на уходящей неделе. В Архангельске отметили День народного единства. На праздничный концерт собрались около 2000 человек. Это представители региональных общественных организаций, национальных объединений, трудовых коллективов, ветераны и молодежь. Место на празднике нашлось каждому. Для меня это взгляд в ту великую историю, которая обеспечила становление, формирование нашего великого государства. И, наверное, те скрепы, те корни, которые позволяют нам жить и сегодня. День народного единства является точкой отсчета величия, мощи государства, его демонстрации того, что вот, взявшись миром, объединившись, мы можем победить любого врага. Мне кажется, сегодня это такой же посыл и в сегодняшний день. Только вместе, только понимая место и роль каждого человека в обществе, каждой нации, национальности, человека со своим вероисповеданием, объединившись, мы можем сделать нашу страну и держать ее на том великом уровне, который ей соответствует. Для молодежи это важно, потому что этот праздник уходит в своей истории корнями в глубину веков. И те события, которые происходили во времена смутного времени, ни в коем случае не должны быть преданы забвению. И молодежь должна их помнить, чтобы никогда не совершать тех же ошибок и быть сплоченным на благо общего будущего нашей страны. Праздничный концерт завершился молодежным танцевальным флешмобом «Одна страна, одна команда». 8 лет лишения свободы и штраф 3 200 000 рублей. Таков приговор бывшему председателю областной федерации профсоюзов Александру Савкину. Онежский городской суд признал его виновным в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе. Центральную аллею Новодвинска украсило новое освещение. Там появились 24 новых фигурных светильника. Администрация города заверила, работы по освещению и иллюминации будут продолжены. А в Северодвинске открылось движение транспорта по обновленному проспекту Победы. Появились не только новое полотно, полностью заменена ливневая канализация, почищены все колодцы. Цена нового участка дороги почти 59 миллионов рублей. Подрядчик дает гарантию 5 лет. И в Котласе автомобилисты отметили свой профессиональный праздник. Там прошли соревнования по кольцевым гонкам «Бешеный бобер». По правилам побеждает тот, кто проедет большее количество кругов за 15 минут. За рулем квадроциклов как совсем еще юные пилоты, так и маститые гонщики. Победители определялись в своих категориях, но по большому счету проигравших не было.
Мы продолжаем нашу программу. Мы в прямом эфире. 63-97-17. Звоните. И теперь к теме, мимо которой ну никак не пройти. Поморье вовсю готовится провести у себя международный форум «Арктика. Территория диалога». Столь масштабное мероприятие состоится 29 и 30 марта года следующего. Планируется, что столицу Севера посетит президент Владимир Путин, а значит, вместе с ним весьма солидная свита вице-премьеров, министров и экзамов. В общем, списки уже формируются. Поручения на местном уровне уже розданы. Как они будут исполнены, увидим совсем скоро. Решение о том, что столь высокий форум пройдет именно у нас, принял лично глава государства. Более того, отныне эту интернациональную дискуссионную площадку Архангельск будет принимать на постоянной основе раз в два года. Такого права наша область сама активно добивалась. Зачем нам такая ответственность? Зачем вообще региону нужен этот форум? Кто и как к нему готовится? Попробовал сложить все пазлы мой коллега Алексей Карельский. На арктический регион приходится 10-я часть общемировых объемов добычи нефти и 4-я часть природного газа. При этом 80% этого черного золота и практически все голубое топливо сосредоточено именно на крайнем севере России. Сколько там еще, даже геологи не скажут. Так что ответ на вопрос, зачем нам осваивать Арктику, лежит на поверхности, хоть и находится глубоко под землей. А вот зачем Архангельской области форум «Арктика. Территория диалога»? Очевидно, для того, чтобы закрепить за собой статус ключевого региона в деле изучения и освоения Заполярья и громко заявить о своем потенциале для реализации арктических проектов. В дополнение к географическому положению у нас есть очень развитая конкурентная среда предприятий. У нас развита деловая активность в регионе. И что очень важно, у нас есть технологическая база. Прежде всего, это компании, которые находятся у нас в Северодвинске. Это Севмаш, Звездочка, Арктика. Эти компании уже имеют хороший опыт участия в различных нефтегазовых проектах. Более того, строительные компании имеют очень большой потенциал, очень большой опыт строительства и возведения объектов в условиях вечной мерзлоты. Ну и последний как бы по списку, но не по значимости, это все, что связано с судоходством по Северному морскому пути. Свои возможности и конкурентные преимущества Архангельская область отчасти уже продемонстрировала. Например, в проекте по производству сжиженного газа «Ямал-СПГ». Тогда Ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» удалось убедить оператора проекта в том, что сотрудничество будет взаимовыгодным. Сейчас у нас 5 или 6 площадок погрузочных районов, которые вовлечены в перевалку грузов для этого проекта. Количество судов у нас значительно выросло. То есть сейчас у нас более 40 судов ледового класса, которые имеют порт приписки именно Архангельск. Производство элементов железобетонных конструкций, металлических конструкций было налажено в Архангельске, и сейчас происходит их изготовление и транспортировка в Сабетту. Теперь свою состоятельность нужно доказывать и новым партнерам. Где же еще это делать, если не у себя дома, на форуме «Арктика. Территория диалога» перед руководством страны, российскими и зарубежными компаниями? Своего рода генеральную репетицию встречи в верхах уже провели. Ассоциация «Созвездие» выступила организатором 4-го международного форума «Арктические проекты сегодня и завтра». Фрахтовщики, представители компании нефтегазодобычи, чиновники, помимо прочего, обсудили и перспективы создания в арктическом регионе страны 8 опорных зон, которые будут вовлечены в арктические проекты. Среди них и наша область. Что же за манна небесная, по мнению федерального центра, должна свалиться на наши головы благодаря включению в опорную зону? Это развитие регионального технологического парка, это, как уже было сказано, глубоководный морской порт Архангельск, развитие судостроения и рекреационная инфраструктура. Безусловно, очень большое значение играет проект Белкамора, который проходит такой красной нитью через несколько арктических регионов. О необходимости тесного сотрудничества всех арктических регионов говорит и федеральный центр, и губернатор нашей области. Несмотря на это, все чаще всплывает тема противостояния Мурманска и Архангельска в деле освоения Заполярья. Вот и на форуме «Арктические проекты» красной тряпкой для крупнейших компаний Поморья, «Звездочки» и «Севмаша» стала информация о том, что ряд задач по гражданскому судостроению возложен на 35-й судоремонтный завод в Мурманске. Он является филиалом той же «Звездочки», однако, по словам ее директора Николая Калистратова, не имеет ни подходящих станков, ни кадров для решения задач такого уровня. При этом северодвинские специалисты построили такие платформы, как «Приразломная» и «Арктическая». Тоже и с портами. Не утихают споры, какой важнее и нужнее. Для экспертов уже давно понятно. Да, Мурманск действительно ориентирован на навалочные категории грузов, насыпные грузы. А Архангельск на другую категорию, генеральные грузы, мелкосерийные грузы.
На самом деле это наш плюс. Это то, что сейчас нам помогает, значит, побеждать в этой конкурентной борьбе. Вот этот груз, генеральный груз, он, его фрахтовая стоимость, значит, она даже выше, чем у груза навалочного. Там большие объемы, но груз дешевый. У нас меньше объем, но груз дорогой, и вот ценность выше. Грузов в Архангельском порту будет больше, если появится соответствующая инфраструктура. А это к вопросу о глубоководном участке порта и Белкамуре. Этой темой по ушам северян ездят много лет. Наконец, 18 октября сего года в Китае было подписано соглашение о намерениях по строительству порта между компанией «Арктический транспортно-промышленный узел Архангельск» и крупнейшим инвестором «Поднебесной». Так что проект, похоже, постепенно переходит из области разговоров в практическую плоскость. Сегодня Белкамур рассмотрен на специальной экспертной комиссии Внешнеэкономбанка госкорпорации. Сейчас находится на рассмотрении в экспертном сообществе Совета безопасности Российской Федерации. Мы не услышали ни одного отрицательного заключения по этому проекту. Порт и железная дорога. Позволю себе небольшое отступление. Вообще, о проекте «Белкамур» говорят уже не одно десятилетие. Еще во времена Анатолия Ефремова помню, как на границе Коми и Архангельской области забивали символический костыль. Но, впрочем, десятилетия спустя этим, в принципе, все и ограничилось. Стоит заметить, что каждый последующий губернатор области старался так или иначе на этом попиариться. Итак, железнодорожная магистраль «Белкамур» свяжет север и Урал. Ее протяженность 1161 километр. Расстояние между начальной точкой Архангельской и конечный Соликамском сократится на 800 километров. Правда, при этом нужно проложить еще 712 километров новых участков полотна и модернизировать 449 километров железной дороги. Мне почему-то кажется, что это уже не те параметры. За годы забвения проекта многое обветшало, изменились цифры, и только по самым скромным подсчетам стоимость Белкамура 250 миллиардов рублей. Правда, в этой цифре фигурирует и расширение порта Архангельск. Проект необходим, ведь, как и в жизни, все цепляется друг за друга. Глубоководный порт завязан на Белкамур. Белкамур, как мы уже сказали, это сокращение расстояния между севером и Уралом, а значит и теми восточными и азиатскими странами, куда экспортирует свою продукцию Россия. Ведь пропускная способность ЖД-магистрали 35 миллионов тонн грузов в год. Внушительно, согласитесь. Но предлагаю снова дать слово Алексею Карельскому и его размышлениям. Будет порт и магистраль, связывающая 4 региона страны и Азию, будет транспорт и грузы, тогда и бизнес будет развиваться. Однако не все так просто. Объем будущего грузооборота у ряда специалистов вызывает беспокойство. Примером здесь может послужить Северный морской путь. Именно на форуме в Архангельске в 2011 году вновь активно заговорили о Севморпути как о кратчайшей транспортной артерии, связывающей Европу и Азию. По окончании того форума правительство страны решило строить новые атомные и дизельные ледоколы, началось создание новых поисково-спасательных центров. Вложения были вполне оправданы. Если в 2010 году по Севморпути прошло 4 судна, то в 2012 уже 46 транспортов, которые перевезли более миллиона тонн грузов. Казалось бы, еще несколько лет, и вот она, альтернатива Суэцкому каналу. Вдоль северной границы России путь от Гамбурга до Шанхая на 6,5 тысяч километров короче, а значит дешевле, занимает меньше времени, да и сомалийские пираты у нас не водятся. И все бы хорошо, но в 2014 году на фоне непростой международной политической обстановки и санкций транзит по Севморпути рухнул. Сегодня Севморпуть живет в основном внутренними перевозками, объем которых, впрочем, неизменно увеличивается. На форуме, который пройдет в Архангельске в 2017 году, тема Севморпути вновь будет одной из ключевых. Один из главных аргументов в пользу нового порта – формирование альтернативного маршрута движения экспортных и импортных грузопотоков в Европу, Северную Америку и азиатские страны. А потому он включен в транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года. Еще в октябре в Пекине было подписано соглашение о совместной реализации проекта с китайской компанией. Отвлекусь и добавлю, что в последнее время китайские инвесторы начали проявлять интерес к проектам в Архангельской области. Так, в августе текущего года стало известно, что китайская компания «Хуадянь» намерена приступить к модернизации Архангельской ТЭЦ и реализации ряда других энергетических проектов по Амуре. Но вернемся к порту. Новый объект планируется построить в 55 километрах севернее Архангельска в районе острова Мудюк. Перспективы рисуются весьма хорошие и радужные. Вдумайтесь, только экспортные перевозки в такие страны, как Китай, Южная Корея, Япония, Индия и страны Европы составят 81% всего грузооборота.
В строительство нового порта в Архангельске вложат 40 миллиардов рублей. Новый порт тесно связан с Северным морским путем. Вот так сегодня идут грузы из Европы в азиатские страны через Суэцкий канал, что, согласитесь, что намного длиннее. Мнение за транспортников понятное. Основной аргумент, что этот путь не замерзает. Но, с другой стороны, он намного длиннее, чем Северный морской путь. И путь кратчайший, морской, между европейской частью России и Дальним Востоком. К примеру, если расстояние, проходимое судами из порта Мурманск в японский порт через Суэцкий канал, составляет 12840 морских миль, то Северным морским путем только 5770 морских миль. Разница очевидна, а значит и аргументы в его использовании также очевидны. Форум «Арктика. Территория диалога» пройдет в Северном Арктическом федеральном университете в марте следующего года. Площадкой мы являемся основной для проведения такой научной и политической части форума, хотя задействована будет вся инфраструктура города Архангельска и, думаю, Северодвинска, потому что на самом деле форум и тема форума – это лишь повод для того, чтобы организовать много и сопутствующих событий. Здесь будут и фестивали, и конкурсы, и выставки, и многое другое. Но мы же все понимаем, что участие в таком событии большого количества людей и россиян, и иностранцев привносит в наш регион, во-первых, стимул для развития, а во-вторых, реальные средства. Реальные средства региону точно не помешают. И все же, помимо экономики, на форуме будут говорить и о социальном развитии. Главная тема форума «Арктика. Территория диалога» – это человек и Арктика. И поэтому все, что связано с жизнедеятельностью в Арктике, с аспектами здравоохранения, социального развития, инфраструктуры, ведения предпринимательства, поддержки молодежи – все это будет предметом этого форума. Хорошей пищей для обсуждения на форуме стал бы закон об арктической зоне. Его проект Госдума все никак не рассмотрит, а хотелось бы. Вот уж где подумали о людях Севера, так это в данном документе. Он, в частности, предусматривает для нас с вами всевозможные льготы, компенсации и чуть ли не безвозмездные субсидии на приобретение жилья тем, кто в нем нуждается. Ждем-с. А тем временем подготовка к форуму в самом разгаре. Столица Поморья ожидает 550 участников и 250 представителей СМИ. Уже прошло первое заседание регионального оргкомитета. Задач масса, ведь помимо основного форума состоится еще два. Это будет встреча глав субъектов. Речь идет о руководителях территории государств, входящих в арктическую зону. Это и Америка, и Канада, и Гренландия, и, естественно, наш Баренцев регион, это Северный форум называется. И утверждена тема молодежного арктического форума, который тоже будет проходить в это время. Плюс всевозможные экскурсии, выставки, в том числе и достижений отечественной промышленности. В отношении последней вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин вообще заявил о необходимости продемонстрировать всю техническую мощь России. Наш регион тоже должен занять достойное место в этой экспозиции, как и на карте Арктики. В общем, будет на что посмотреть и что послушать, лишь бы слова о планах и перспективах переросли в конкретные дела. Алексей Карельский, Артем Юдин, 7 дней в регионе. Я надеюсь, что столь длительным материалом мы вас все-таки убедили о том, что Архангельск имеет стратегическое все-таки значение для освоения арктических территорий. Но ждем марта 2017 года, когда у нас в городе пройдет столь грандиозный форум. Теперь о мероприятии всероссийского масштаба, которое не могло обойти стороной и Архангельской области. В ночь на 4 ноября состоялось самое культурное событие осени – «Ночь искусств». В этом году в ее основе слоган «Время создавать». Что удалось создать, узнаем от моей коллеги Анны Поповой, которая посчастливилась прикоснуться к прекрасному. Ну, мне так кажется, что посчастливилась. Так ли это на самом деле, сейчас узнаем. Северный морской музей в эту ночь окунулся в творческую энергию моря. Отправной точкой стало занятие «Мы рисуем корабли», где юные архангелогородцы попытались нарисовать судно и морские экспонаты. Угля очень хороший такой диапазон. Можно от светлого до темного нажимать. То есть ты сейчас пока будешь показывать светотеневую проработку делать. И где темные места, тонировать уже сильно нажимать, и можно пальчиком сразу же растушевать. Я рисовал, ходил по карте на игру. Задача была дойти до Москвы из нашего Московского музея. Мы проходились по карте, изучали разные достопримечательности мира.
побывали во всем мире, выразимся так. Именно так решили рассказать о море сотрудники музея. Нестандартно, интересно. Да и девиз в эту ночь, строка из песни «Раскинулось море широкое». Раскинулось море широкое, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, подальше от нашей земли. Старшее поколение смогло окунуться в музыкальную атмосферу с хором «Зоренька» и «Морская душа». Это моряки, которые не понаслышке знают, что такое открытое море и дальние берега. Музейное объединение «Художественная культура русского севера» в «Ночь искусств» также приготовил для любителей прекрасного интересную программу. «Участвуй, создавай, меняйся» – под таким девизом проходит творческая ночь в Музее изобразительных искусств. Зрители смогли погрузиться в калейдоскоп экскурсий. Гости не только насладились искусством, рассматривая выставочные экспонаты, но и открыли в себе творческий потенциал. В эту ночь почувствовать себя создателем мог каждый. Вылез он из мучного варя, зевнул и спросил, а кто это мелит муку? Да как вы, мельничные крылья, назвали себя самыми главными? Это я, жернов, самый главный на мельнице. Посмотрите, как я кручу. На музейных площадках происходило что-то невообразимое. Джаз-рассказ «Чемодан», мастер-классы, музыка от классической до электронной, выставочные проекты, кинопередвижка, театральные и музыкальные перформансы. И все это в одном месте – в гостиных дворах. Это повод и возможность прекрасно провести время и культурно, и весело. Я люблю искусство, обожаю, а в основном музыку, конечно. Самая культурная ночь в Архангельске стала яркой, необычной, запоминающейся. Для создания особой атмосферы в ход шли любые средства, слово, объем, цвет или звук. Как сказал великий философ Дени Дидро, искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном. Анна Попова, Евгений Зыков, 7 дней в регионе. Судя по счастливому выражению нашей Анны Поповой, ей действительно все понравилось. В студии программы заместитель регионального министра культуры Алексей Павлов. Алексей Борисович, доброе утро. Доброе утро. Скажите нам, как вы провели ночь с 3 на 4 ноября? Как простой горожанин или как человек, на которого все-таки был возложен груз ответственности за проведение «Ночи искусств»? Алексей, я очень хорошо знал программу «Ночи искусств» и выбрал... Знаете, путь, наверное, простого горожанина, поэтому пришел в библиотеку имени Добролюбова, которая тоже очень интересную программу подготовила, и здесь вот полностью на себе ощутил все прелести этой ночи. Итоги уже какие-то, по крайней мере, по слухам, по соцсетям и так далее, уже что-то появилось? На ваш взгляд, все получилось? Что задумали? Вот я бы хотел сказать, что это такое мероприятие, даже не хотелось бы называть его мероприятием, потому что оно имеет какой-то неформальный характер, вот не спущено сверху, что называется, а обязательство проводить «Ночь искусств». Только 70 субъектов в России откликнулись на ту инициативу, которая 4 года назад прозвучала от Министерства культуры, и подхватили ее. И вот наше учреждение тоже очень неформально к этому подошли. Свидетельство, тот сюжет, который мы сейчас видели. И, конечно же, программы, которые были подготовлены, прежде всего, рассчитанные на то, чтобы удивить посетителя, удивить, может быть, какими-то необычными формами, в том числе и для библиотеки Добролюбова, где мне посчастливилось побывать в эту ночь, и где я для огромного удовольствия для себя увидел очень много молодежи, увидел вот какой-то такой столичный, может быть, даже пафос некоторых мероприятий, некоторых форм, так скажем, потому что это было очень современно, с большим вкусом сделано. И самое главное, что неформально, не для галочки, не для отчета. Вот сегодня вы сейчас спрашиваете, там, сколько человек посетил. Вы знаете, даже не хочется считать, потому что я видел огромное количество заинтересованных, горящих глаз. Вот это, наверное, самое главное, самый главный итог, который мы можем получить от такой формы.
Вы знаете, мы с вами встречались на этой неделе, в среду, да, и после нашего эфира меня многие ругали, что я обмолвился, что в итоговой программе мы будем говорить о том, почему в Архангельске ночь, ночь искусств платная, что в столицах она бесплатная, а у нас там в районе от 200 до 350 рублей. Вот вы знаете, все-таки, если даже семья из трех человек, да, среднестатистическая, скажем так, то 1000 рублей. Почему у нас платная? Ну, это не совсем достоверная информация, что в столице бесплатная. Там, я знаю, что вот в Москве это тоже была определенная плата за вход. Есть регионы, которые проводили, что называется, действительно бесплатно. Входной билет не стоил. Кстати, в Добролюбовской библиотеке, где я был, тоже не было никакой платы. Это было бесплатное посещение мероприятий. Не только по поэтому туда пошел. Я пошел исключительно потому, что там открывалась выставка «Достоевский. Черные и белые». И это Бениале. И здесь еще было очень интересное мероприятие, еще очень интересная форма, которая меня заставила выбрать именно эту площадку. Я думаю, что плата – это не тот показатель, который мы сегодня должны вот так ставить в основу угла. Хотя многие учреждения культуры, которые откликнулись на проведение этой акции, чтобы удивить своего посетителя, конечно же, пригласили музыкальные коллективы, пригласили артистов в эту ночь, да, потому что ночь искусств. И, соответственно, конечно же, здесь они тоже имеют расходы, которые связаны с проведением этих мероприятий. Можно действительно откликнуться и провести ее и формально. Эти мероприятия, это будет бесплатное посещение, но будет ли оно интересно для посетителя? Поэтому здесь был выбран тот подход, когда цена билета социальная, то есть от 200 рублей. Вот. И, конечно же, прежде всего в основу, так скажем, построения этой программы берется то новое знакомство, может быть, какие-то эксклюзивные абсолютно вещи, потому что те коллективы, которые, с которыми познакомились архангелогородцы в эту ночь, вряд ли им предстоит возможность где-то еще встретиться. То есть это были очень такие индивидуальные, эксклюзивные вещи. Поэтому здесь есть расходная часть и учреждения культуры, которая несет, потому что нужно оплатить гонорары тех артистов, которые выступали, да, тех коллективов музыкальных. И понятно, что это будет какая-то минимальная стоимость билета, вот, но она допустима, так скажем, социально и для тех людей, которые пришли, я думаю, самое главное, это все то удовольствие, которое мы получили от контакта с прекрасным искусством. И увиденным, да. Но вот мы устроителям «Ночи искусств» некоторым задали вопрос, почему вы берете деньги за вход, давайте послушаем, что они сказали. Каждый из выступающих просит гонорар, на все это есть амортизация. Мы вынуждены, так сказать, предлагать билет, но в этом нет никакой проблемы, потому что никто из посетителей нашей ночи не высказывал, как бы сказать, вопросов. Это нормально. Мы даем дополнительный входной билет тем, что проводим мероприятие. И это определенная нагрузка на наше учреждение, и мы ее оправдываем. Я еще не встречал ни одного вопроса по поводу, а почему так дорого, или вообще почему есть, нужно платить деньги. Так что все в порядке, все счастливы, празднуем Ночь искусств, а за искусство нужно платить. Мы с удовольствием бы делали Ночь искусств бесплатно, но, к сожалению, столько задействуется ресурсов, столько задействуется наших сил. Самое главное, привлекается для пяти наших музеев большое количество артистов, художников, большое количество коллег, которые, к сожалению, не могут работать бесплатно, потому что любой труд, он должен быть оплачиваемый. И силами музея, да, музейного объединения, к сожалению, этого сделать нельзя. Поэтому нам необходимо, да, чтобы проекты окупались. И поэтому мы каждый раз делаем за очень символическую плату 350 рублей. Мы полагаем, что это вполне доступная цена, вполне демократичная и соответствующая тому уровню цен на эту акцию, который есть и в других музеях Архангельска и Архангельской области. Но все-таки можно было не провести? А этот вопрос, наверное, нужно задавать не сотрудникам музея, а, скажем так, тем, кто принимает эти решения на каком-то другом уровне. Мы, скажем, мы имеем учредителей своих, мы имеем определенные законодательные обязательства какие-то и не можем произвольно менять эти цены, устанавливать их наличие. Точно так же по аналогии, как агентство по тарифам и ценам влияет на некоторые цены, которые на потребительские товары, на услуги, которыми мы все пользуемся.
Ну вот мнения прозвучали. В любом случае судить все равно зрителю, тем, кто пришел на «Ночь искусств», либо не пришел. В следующем году мы будем это проводить? Вы знаете, даже не хотелось бы через год заглядывать. Хотелось бы сказать уже ближайшее мероприятие, которое у нас состоится 8 декабря. Это выставка «Лики России». Такого масштаба мероприятия у нас не было последние 50 лет. В 64 году была последняя. Это 6 тысяч работ. Ведущие художники России. Несколько, опять, площадок. То есть даже не заглядывая через год, мы буквально говорим о том, что буквально через месяц, нас ждет событие огромного масштаба, поэтому, наверное, обращаясь уже к зрителям, которые сейчас нас смотрят, хотелось бы пригласить на те мероприятия, которые пройдут в рамках фестиваля «Лики России». То есть 6 декабря все 8 декабря. 8 декабря мы встретимся на выставке. Алексей Павлов, заместитель регионального министра культуры Архангельской области, был сегодня с утра у нас в гостях. Ну что ж, друзья, такой была неделя, на наш взгляд, минувшая неделя. Наши мнения могут не совпадать с вашими. Предостерегу автомобилистов. Скажу, что сегодня с 12 ночи на 3 часа будет закрыт железнодорожный мост. С помощью тяжелой техники его обследуют, чтобы на будущее определить необходимый фронт ремонтных работ. Ну а сегодня спасибо всем, кто нас смотрел, спасибо, кто звонит, спасибо коллегам, с кем делаем эту программу. Будьте все здоровы!